Приветствую всех! Вы на канале Школа Вязания. С вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы свяжем сетчатый ажур спицами. Значит, у нас ажурная сетка, ажурный узор состоит всего из одного ряда. Одинаков с лицевой и с изнаночной стороны. Вязать нужно его на четном количестве петель. Значит, набираете любое четное количество петель. Я выполнила его из хлопка. И, как видите, для тонкой ниточки беру достаточно толстые спицы. У меня спицы 4,0 мм для тонкой нити. Так. Значит, выполняем весь рисунок всего из одного ряда. Значит, крайнюю кромку снимаем. Раппорт рисунка будет делать накид и провязать следующие две петли вместе изнаночной петлей. Вот подхватываю раз, два и провязываю две вместе изнаночной. Вот так. Снова накид, две вместе изнаночной петлей. Накид, две вместе изнаночной петлей. Вот этот раппорт мы повторяем до последней петли. То есть до конца ряда. Довязываю накид 2 вместе изнаночной петлей и кромку просто изнаночной петлей. Вот. Готов первый ряд. Каждый следующий ряд вяжется так же. Я поворачиваю вязание. Все ряды вяжутся так же. Первую петлю снимаем. Делаем накид и 2 вместе изнаночной петлей. Накид, 2 вместе изнаночной. Как видите, повторяется всего один ряд. Накид, 2 вместе изнаночной. Продолжаем вязать. Так, этот рисунок подходит для тех, кто вяжет именно 2 вместе изнаночной классикой. Видите, вот так классикой. Если же вы вяжете бабушкины, лучше вам тогда вязать через 2 вместе лицевой. Так, чтобы петля убавления, главная петля, была именно вот эта. Та, что не накид, а та, что вот провязана. Видите? Вот это провязано у нас, вот это накид. Все, повторяете этот ряд.